Удушение, я не думаю, что они сказываются, потому что меня Это просто нужно. в зале миллион раз душили. Я не сдаюсь не потому, что я какой-то мужик, там, и я не боюсь заснуть, нет. Просто до последней секунды, в любом случае, твой организм имеет, там, не знаю, какой-то предел. За секунды две, наверное, твой мозг тебе говорит, сейчас надо сдаться, а то ты через две секунды уснешь. И эти две секунды могут быть решающие. Может, ты эти две секунды потерпишь, и как-то получится выскользнуть. Лучше, конечно, не давать, но если взяли максимально на 100% извлечь из этого все, чтобы хотя бы тогда мог выскочить. Почему они так делают? Наши бойцы не сдаются. Некоторые почему? Просто лучше я усну, но некоторые не... просто лежат и ждут, пока его задушат. Ну, не надо лежать. Барахтайся до последнего, может получится. Ну, там... Ничего страшного, то, что ты заснул. Наоборот, больше шансов мог бы выйти, если больше потерпишь. Просто есть некоторые болевые, когда лучше не терпеть. У тебя кость может выйти там. Тогда, конечно, лучше сдаться. Это просто спорт, ничего зазорного.